Мы провели 24 часа в холодном зимнем лесу без палатки. Но ночью случилось страшное. На контрольной точке мы пробирались сквозь огромные сугробы. В планах было построить хижину, чтобы укрыться от сильного ветра. Для этого мы собрали огромную кучу снега и начали выкапывать полос для будущего укрытия. Снег начал оседать. Мы испугались, но продолжали копать, из-за чего в один момент твердый потолок обвалился прямо мне на голову. Оставшись наедине с природой, нам ничего не оставалось, как спать под открытым небом. Ночью температура очень сильно опустилась, и нас не спасли даже теплые спальники. Что случилось дальше, можешь посмотреть в полном ролике на канале.